Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствует Крымская республиканская библиотека для молодежи со своим проектом «Нескучная молодежка». Как известно, литературный жанр антиутопия меняет наше представление о мире. Специально для поклонников этого жанра на сайте нашей библиотеки в разделе «Инфопост» есть цикл графических сообщений, где вы сможете познакомиться с самыми известными произведениями этого литературного направления. А сегодня в рамках проекта «Нескучная молодежка» мы хотим представить вашему вниманию творчество молодой талантливой поэтессы Изабеллы Лихолидовой. Несмотря на свой юный возраст, она уже выпустила свой первый сборник стихов, презентация которого уже прошла в нашей библиотеке. Ну а все желающие смогут прийти к нам и взять в нашем фонде данную книгу стихов. Смотрите, комментируйте, ставьте лайки. До скорых встреч! Отпускное. Безэмпатичная страна, безрадужные лица, без сахара налей мне чай. Я так хочу им спиться, и я налью в него ликер, и буду загранично счастлив, и Турция мне будет дом, Мальдивы будут дачей. Обои на стене в углу с березами из леса в больном угаре мне сойдут за иностранную пьесу. Я буду главный пассажир вип-рейса, и прямиком из средней полосы я улечу греться. Я буду звездуном на час, и я спою гастроли. В тот южный вечер в Гранд Палас, когда упал я в столик, я ощутил себя живым, я осушив бокалы, я удалился навсегда в свой номер для женатой пары. Но был один я в отпусках, и это было грустно, ведь карты так сошлись, что не женат я, скучно. И потому, возможно, мне так хотелось поскорее исчезнуть из страны ненужных, ведь я один из слоя масс, которых посылают отдыхать все дружно, правительство, работодатель, медбрат, и мы одни всем служим, и остается только ждать и мечтать, когда же дадут нам рейсом-випом полетать вышестоящие персонажи. Их лица в кабинетах от постов висят на самом видном месте, красивыми взглядами блестят и врут на том же месте. А я один лишь у себя, на сотни тысяч. Скажи простому мне лукавству, утая, страна моя родная, а сильно любишь ты меня и отпустить готова хотя бы на три счастливых дня на чужое море? Или пожизненно тебя любить я буду должен, и не за то, что есть сейчас, а за то, что мне будет предложено. Возможно, да, когда-нибудь, в 50-м годе, смогу я отдохнуть на новой степени свободы. Без лиц из старого метро, с морщинами от жизни, без ненавижу взгляд немой, бросает в спину грязной тряпкой или матом. Быть может, там, вот за стеной, я поживу своей другой судьбой. Но это лишь моя догадка. Быть может, мне не суждено подобных роскошь. Но верить в лучшее люблю и буду. И вот березки там в углу подмигивают сладко. Быть может, пальм не надо... Но все же мне ответь, не утая ни слова. Ты жить-то сможешь без меня? Или все же сложно? Только честное слово. В баре на окраине, меж прошедших дней, на исходе таинства, оживленных ночей, остаются нытики в барной тишине, поделиться с выпивкой играми судьбы. Странности смываются в пазлы. Раз, два, три. Разбуди священника, душу искупи. Не осудит выбора, не продавит швы. У тебя есть прошлое. Демоны твои. Кто-то из ничтожества, кто-то из любви. Вот священник выспится, все ему скажи. Вот пройдет похмелье, правду изложи. Выпусти всех демонов, рты им развяжи. Пусть все выскажет, что хранят внутри. И тебя бесстыжего извратят они. Вымоют все косточки, вывернут в крови. И у барной стоечки разрешат присесть. Подружись, мой пьяница, с болечкой внутри. Научись не прятаться в свою эту месть. Лишь себе, несчастненький, горе принесешь. Лишь себя, мой горестный, в жертву отдаешь. В баре на окраине меж прошедших дней разбрелись все нытики. Нет любви со мной. Лишь осталась горькая в донышке стеклом. Не виню судьбу. Вы любили солнышко, полюбите тьму. Отель. Когда прибудешь по адресу, тебя примут с радостью и поселят в номер с видом на горы. Иногда будет видно и море, и покров снегов, и конечный свет, и на отдыхе смерть. В воздухе ничто распевает там песни. И постояльцы отеля с ними вместе тянут куплеты ушедшего дня. Там есть место и для тебя. Там покой распахивает объятия. Не покой без шума, покой без бытия. И без сердечного битья, и без эмоций трудных. И Бог там не совсем судья, он тоже постоялец. Он садом в нижних этажах, испытывая чертов страх, играет в бильярд, не стараясь. За этим наблюдает Бах и концерты по кругу гоняет.
Там не бывает пусто. Там стрелки двери не способны в постоянство изогнуться. Там не бывает суеты, не бывает лишних слов. Туда тебя проводят хоры голосов, вечных и святых. Но вот пройдя официоз, ты отряхнувшись от могильных роз, ты по нужному адресу придешь. На перекрестке двух путей, умерших и живых людей, ты встретишь наш отель. И ты познаешь, тело бренно, и голос жизни мнителен, мгновенен. И только тишина собою покрывает суть. А только в стены наши попадешь, ты все поймешь. Ты все поймешь. Натура двойственна у человечьих душ, неоднозначна их наружность. Выпячивается сущность демонами наружу, в январскую стужу. Обликами в снег. Падает за человеком человек. Отпечаток оставляя, умирает. Рушатся тогда его дома, затихает война. И легкие оттяжеляя, встречный ветерок круг замыкает. И в глубине простор становится неважным. Он остается и тихо льется. И от него становится страшно. И шофер вальяжно к страж ночного клуба увозит душу с юга. Из севера увозит их, отпечатывая последний штрих. В чемоданах забытых жизненных прожил, и ты остаешься еще жив, и про тебя стены пишут и свищут улицы, шофер повезет тебя в будущее. И там твоя легенда о вечном живом свете снова сбудется. И весь весело крутится, 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 словно на рейве музыка бессонницы из далеких стерео, и никто звук не отключит. Шофер дымит, музыка громче, дорога стоит. А вот один момент, ребенок плачет, и у него с собой один секрет. Смерти нет, а Wi-Fi есть. Натура двойственна у человечьих душ, их количество растет на суше. Ханами. Весной под цветущей сакурой отыщи покой, ощути себя статуей. Немой, простой, каменный. Услышь диалог дыхания с воздухом. Представь себя с проседью, с молчаливой совестью. Свою жизнь прочти, словно повесть, с нотками безысходности, с абзацами из надежд. Весенний воздух свеж. Весной под цветущей сакурой ощутим голос вечности. Среди беспечности наших судеб, повседневности грубой, кажется одинаковым дневной поток, словно переменный ток. Но весной под цветущей сакурой единожды в год без лишних слов стань собой. Пусть большой мегаполис сегодня тебя поймет и останется декорацией, негромкой вибрацией, без телефонного спама и потрясений, праздник цветения, без этой ожидаемой жизненной драмы. Просто сегодня ханами. Своди меня в японский ресторан. Я не буду там есть суши. Я буду любоваться тушью и силуэтами гейш. А ты войдешь в состояние транса от мелодии на фоне. Как от массажа или от культурного тона, официантки в кимоно. И на лице вокруг глаз белено, а в глазах так темно, словно ожила арахна. И спила из твоего лба себе коврик в ванную. Я пристально смотрю на силуэты гейш. Моя душа все так же неприступна. Бумажные фонарики забавненько. А ты зачем ты съела рыбу? Трудно, трэш. И не по вкусу тебе пришлось блюдо японской кухни. При моем взгляде таешь. И поварам ресторана тебя жаль. Тебе не хватило, чтобы понять. Я твоя рыба фугу, сильной прожарки. Еще одно стихотворение из сборника называется «Прости» по первой строчке, по первому слову даже, потому что в первой строчке одно слово. «Прости. Сама себя прости. Мне не стоит. Я просто слышу издалека, как твое сердце блюдце съедают, словно сразу двое, и ноет рука, как девочка». От первой любви. Прилагаясь к груди, но если выпрямить прямо упрямую руку, то выйдет пойми простая скука, не совсем от своей любви. А еще пойми, миллионами их не освободишься. Просто иди, проживай очередной, кажется, свод за год. А я буду с тобой, а я вот она, вот. Когда борется все, атас, не загоняйся, хвостом беличьим. Это мелочи, это пройдет. Спасибо. На этом все.